Саперы вперед! Производство DFG Film. Автор сценария и режиссер Эдмунд Шмидт. Саперов всегда посылают вперед, когда естественные препятствия или воздвигнутые неприятелем укрепления стоят на пути у наступающих германских войск. Здесь при помощи действующего макета дается пример выполнения саперами задачи. Требуется перебросить через реку дивизию, наступающую тремя группами. Одновременно с дивизионной разведкой передовое подразделение саперов направляется к реке. Части, наводящие мост, выдвигаются вперед и ожидают, укрывшись на местности. Со всем своим снаряжением саперы занимают позиции на берегу реки. Артиллерия и тяжелое пехотное вооружение начинают обстрел предшествующей атаки. На штурмовых лодках саперы перебрасывают пехотинцев на другой берег реки. Thank you.
Когда они оказываются на вражеском берегу, то сразу же захватывают плацдарм. Он обеспечивает переправу тяжелого вооружения, а также место для наведения моста. Прежде всего, необходимо устранить вражеских артиллерийских наблюдателей. Затем на позициях вдоль берега реки собираются отдельные понтоны, которые затем будут соединены в наплавной мост. Одновременно так называемая береговая или неподвижная часть моста возводится на месте строительства. Оборудование для возведения аналогичной конструкции на противоположном берегу переводится сюда на понтоне, который толкает моторная лодка с мощным мотором. После того, как закончены береговые конструкции, к мосту можно подводить понтоны.
После форсирования реки передовые бронетанковые части оказываются перед надолбами. Саперы, вперед! На пути танков противотанковый ров, и снова раздается призыв. Саперы вперед! Снова захвачен плацдарм, и саперы доставляют оборудование для наведения моста. Обнаружено минное поле, и снова саперы отправляются вперед, чтобы расчистить дорогу. Эта операция продолжает ведение наступления на главную линию вражеских укреплений. Противник под защитой стальных и бетонных укреплений бункеров продолжает оказывать сопротивление, но оно будет сломлено, когда вперед двинутся саперы.